Так, всем здравствуйте. У нас сегодня второй стрим. Внезапно у нас тут турнир за 500 организовался. Это последний флайт в хайроллер, да, я так сделаю. Турнир, вход стоит 500. Куда мы попадаем? Мы попадаем вот в этот турнир, финальный день. Сюда уже прошло 285 человек, призовой фонд 2 миллиона. Тут за 350-е место $1500, то есть, по сути, реально нужно только пройти в финальный день и буквально немножко поиграть, и уже полтораха. Здесь уровни по 10 минут всего лишь, потому что, ну, второй день стартует уже совсем скоро. Михаил Семин, Бэйби Шарк и прочие ребята. То есть много кого. Вот, будем пытаться здесь что-нибудь, куда-нибудь, как-нибудь попадать во второй день. Ну, как бы понятно, что, ну, за столом я в любом случае самый фиш. За любым, в принципе. Неплохой флоп. Можно и нафиг пойти. А, все, сердечко пошло стучать. Найс, первая раздача, да? Ну, не первая, ладно. Первая с хорошей рукой. По кайфу обстановочка. 14 минут стрима прошло. Камон, что началось? Мне, конечно, раздают хорошие. Придет какой-нибудь валет, будет нам не очень хорошо, да, нас только какие-то дамы устраивают. Последний шанс, потому что Last Chance написано в названии, но это, ну, типа, последний вход в 500-ку, который на этой неделе. Найс, да, полстартовых уже в самом начале. Прикольно, да, прикольно. Чё. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Тут с фишом садили за стол. Если баттон откроется, я думаю, рестил. Ну, у нас... Нам надо как-то уже воровать блайнды. Пятерка, девятка, валет, туз. Пятерка. Две пятерки, две шестерки, у нас туз кикер. Опа. Мексиканец пошел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну, будем надеяться, что у Ларема там тузы. Десятки, короли. Ну, цвет. Да! Еее! Хорош! Офигеть просто. Туз 10 он заколил серьезно. Туз валет десятка, слишком много аутов. Ну, туз 10, конечно, у него талантливый кол. Ну, поехали. Нет. Блендер. Вот сразу там в чате начали колдовать. Ну, удвоение наколдовали. Ну, это
это получше на большом блайнде, чем то, что обычно на большом блайнде мне раздают. 3-way уже не так хочется, конечно, но все равно задефим, естественно. Ну что, 3 крести на стол. Желательно с тузом крестовым. Так тоже сойдет. Есть риск пойти нахрен против короля старше. Сайдинг выглядит не блефово. С короля типа добирает. Ну, придется платить. А как же вам доезжает? Опции у меня особо нету с 8 блайндами, с 9. Твою мать, еще один кол. Ну, в банке лежит 8 блайндов мертвых денег. Вас деньги спас, брат. Вас деньги спас. Вас деньги спас. Пасуй, 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 пасуй. У тебя еще много блайндов будет. Пасуй. Смотри, у меня в пип какой. Да ну. Чем? 9-10, да какой кол 9-10? Ты что, дурак? Сюда! Сюда, 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 сюда! Тогда нет, нормальный кол 9-10. Наоборот, хорошо, что он заколил, да? Ну, по итогу, конечно, когда выигрываешь. О, что там мне ванговали про королей как раз? Мне короли ванговали, да, что я вылечу в какой-то мусор? Сюда! Сюда, 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 30 блайндов, сюда! Да, да! Горячо! Running hot! Где running hot? Running hot! Сюда! Да, блин, зачем я фолд нажал? Все, перестал... все! Второй день! Во второй день прошли. Во второй день проходит 139 человек, то есть там будет 540 человек, насколько я понимаю, финальный день. Осталось теперь денег выиграть. 450 человек, всего 530. 450 человек в призах. За последнее место дают 1155 долларов. Что-то участников много стало. Ну, 180 человек надо пересидеть. Но при этом со стеком меньше нашего, я думаю, в районе 200 человек, да, ну, даже 300, наверное. 341 стек у нас из 625, в призах 450. Вот уже 7 человек вылетело, тут мне только стартанул. Ведь смысл время тянуть. Гарни, что такое оверлей? Оверлей это, вот смотри, гарантия 2 миллиона долларов, да, а участников, в, ну, всего входов набралось на 1 990 800, там, примерно, 725. То есть 10 тысяч Рум переплатил от себя. Поехали. Крести. Ебой! Сюда, сюда! Give me the loot! Если все скинут, король 8 это пуш. Коротышей. Как бы им не особо... Блин. Ай, заколил хорошее, видимо. Но вообще это пуш. Коротышей. Им вылетать до ИТМа не особо хочется. Тройки. Надо выигрывать. Восьмерка, девятка, король. Блин, теперь без крестей. Очень сложно будет выиграть 15 на победу. Ай, понятно, ему еще креста доехала. Ну, я тут все правильно делал, ребят. Если я открываюсь, они сами рестилят. Че, у него стек просел? Да, кстати, лол. Два брата, дегенерата, сидят рядом с 14 блайндами. Привет, Федь. Федя, ты где там? Что там внизу-то? Как там внизу? Как там поживает? Ты набагнал. Федь, пусти наверх. Федя. Я только троллил, а он взял и наверх поднялся. Федя. Блин. Недолго получилось.
тобой за столом. Чао Гьянг является трехкратным победителем мировой серии покерных браслетов и трехкратным финалистом мирового покерного тура с более чем 3 миллионами долларов. Вот это вот. Понял. Еще один вылетел. 451 остался. Может, сейчас еще в раздаче кто-нибудь вылетит. Да, еще кто-то вылетел, я уже вижу. 450 уже. Косарь боксов. Сюда, косарь боксов. Сюда, 1155. Обновили самый крупный выигрыш в карьере. Сюда, косарь боксов. Да. Алло, дорогая. Да, покупаем машину вот эту вот. Да, ламбар, да, и да, вот эта гини, да, вот она. Да, берем. Ты еще другую хочешь тачку? Ну ладно, давай тогда арендуй тогда домик там в Альпах нам на годик. Будем там жить, на феррарях кататься по снегу. Все, давай, пока. Богатая жизнь началась. Ну это, конечно, будем пушить. Ну вылетим, значит вылетим, до денег досидели, все уже. Гуляй, рванина, просто гуляй. Рестил, значит рестил, как бы все. Теперь можно и вылетать, да, все, как бы денег миллионы. Можно и вылетать. Там туз 9, туз 3. Хорошо, что не туз 9, да? Опа, дай пику. Пику сюда дай. Пику. Спасибо. Спасибо мое, спасибо. Спасибо. Проблема в том, что вон Чао Гьянг, да, на блайнде, как бы скилловый игрок, целой кучей блайндов. Мне надо очень хорошо во флоп попадать, видимо. Если он не будет дефить, это прям вообще замечательно. Давай, у тебя 3-7 разные, ты не дефишь. Тебе не нужна эта раздача. Тебе не надо каждую раздачу выигрывать, по секрету говорю. Не... Конечно, у него есть двойки, да. Не доехал флеш, да? Чё такое? Чё с лицом? Чемпион мира, а? Чё с лицом? Сюда. Да, дай фишки. А мне не страшно, я, ну, как бы в деньги попал. Сюда 85 блайндов. Сюда. Сюда к бате. К бате блайнды дайте. Что там по стеку? 26 стек. Сюда! Просто сюда. Так, а мы пересидели пайджамп, да? Да, уже 361, то есть уже дает больше. Перерыв, пойду передохну, 313, да, все, пейджамп, уже 1458 баксов дают, уже 1458, на, как бы на 400, на 400 баксов больше, чем минкэш, на 400 баксов, то есть в рамках вот, типа, тысячи долларов здесь не особо это заметно, но вот просто, ну, типа, один вечер, допустим, сыграй я там на 400 баксов в плюсе, это же, ну, типа, офигеть, как много. По-моему, финалка этого турнира вообще во вторник. А может и нет. Он бы по риверу мог и допушить, и сиди, думай, туз король старше ты или не старше. Здесь чек-чек, да, тут. 5 у нас зарубы с этим челом. Рид, нижний. Офигеть. Нормально с меня добрал еще. Стрит шлопа, как бы. Рестил. Ничего, кол или...
Натянул гад. Ну вот и все, 219 стек из 236, теперь надо крутиться как-то. Так, а что там, 236, да? Апейджамп 193. У меня 220 стек. Чем мы пересидели пейджамп? Кто там, ну, типа, писал? Ой, Грани, у тебя там очень маленький стек, очень маленький, Андрей, не пересидишь. Не пересидишь, плюс 300 баксов, как бы. Плюс 300 баксов, это, ну, что там у нас обычно? Ну, это, типа, неделю мне играть, мои лимиты. A few moments later. Поехали. Будем надеяться, что там карман двоек открылся. У тебя же карман двоек, брат, признавайся. Карман двоек, скажи, карман двоек. Король дама, ну тоже пока что выше. Туза на флоп. Давай туза сейчас. Понятно. Жаль, жаль. Могли бы сейчас 10 блайндов выиграть, еще что-нибудь покрутились бы. Но главная, конечно, раздача. Но главная раздача, которая нам все обломала, это вот это. Раздача на 60 блайндов, на офигенный стэк топ-30. $1,980. Просто офигенно. Ну, я безумно рад. Реально очень крутой стрим. Просто огромное количество зрителей. Спасибо всем, кто сидел, смотрел, болел, переживал, желал удачи. Спасибо огромное. Всех обнял, приподнял. Пятю не держите. От души душевно. Два косаря баксов. Круто.